Каннах завершилась традиционная выставка мирового рынка недвижимости «МИПИМ-2014», на которой впервые представила свою экспозицию «Чувашия». Инвестиционную привлекательность Чебоксар отметили не только представители Министерства регионального развития России, но и ведущие европейские девелоперы, архитекторы, эксперты. Кадры, которые навсегда войдут в городскую хронику в нашем информационном выпуске. Россию на МИПИМе представляли 20 регионов. Чебоксары презентовали несколько инвестиционных кейсов, в том числе проект реконструкции исторической части города. Заместитель министра регионального развития России Светлана Иванова стала первой, кто сделала вклад в подготовку к 550-летию Чебоксар, опустив символическую монетку в копилку инвестиций. Сегодня подписан указ президента страны о праздновании этих юбилейных дат. Мы получаем федеральное финансирование более 8 миллиардов рублей. Пока еще не получили, и поэтому хотели, чтобы с вашей легкой руки, Светлана Владимировна, после того, как вы опустите монету в нашу копилку, мы получили как федеральное финансирование, так и средства инвесторов, которых здесь приобретем на этой выставке МИПИМ. Еще дороже оценили участники чебоксарской делегации комментарий замминистра, которая сказала: «Чебоксары – лучший город. Все СМИ могут это процитировать». Хочется надеяться, что такое же впечатление останется у итальянских и испанских архитекторов, голландских производителей аттракционов, французских строителей фонтанов, которых уже ждут в Чебоксарах, согласно достигнутым на выставке договоренностям. Проект сам по себе большой. Мы, в принципе, недавно стали заниматься, поэтому проектом нужно еще очень сильно поработать, чтобы на уровне представить не только город и республику. Мы проект рассматриваем не только как региональный, как межрегиональный. Эффективными оказались встречи с представителями российских компаний. На них были рассмотрены модели частно-государственного партнерства, в том числе по концессии, где четко прописываются обязательства муниципалитетов и инвесторов. Мы предоставляем возможность инвесторам убедиться в том, что Чувашская республика, город Чебоксары, это уникальная площадка для международного сотрудничества, для вложения инвестиций. Мы показываем, что регион открытый, мы показываем то, что Российская Федерация открыта для иностранных, зарубежных инвесторов.